Приготовить это блюдо быстро, легко и просто. Соус готовим на основе томатов, лука и каперсов. Отличное сочетание. Заходите, смотрите рецепт. Помидоры и лук придают сладость, каперсы придают соленую нотку, а белое вино обладает нужной кислинкой. Сочетание этих ингредиентов в одном блюде делают соус легким, а рыбку вкусной и сочной. Вместо свежих томатов можете использовать консервированные. А вино можно заменить смесью воды и лимонного сока. 1. Очистите и нарежьте лук с чесноком. Разогрейте сковороду на маленьком огне с оливковым маслом и добавьте лук. Готовьте, регулярно помешивая 5 минут, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту. 2. Промойте помидоры, стручковый острый перец и тимьян. Нарежьте помидоры кубиками и измельчите тимьян, цедру лимона и стручковый перец. Увеличьте огонь до среднего и отправьте в сковороду помидоры, каперсы, цедру лимона, лимонный сок, тимьян и острый перец. Готовьте 10 минут, если смесь будет слишком сухая, то влейте воду, посолите и поперчите. Влейте в сковороду вино и воду. Выложите филе кожей вниз и готовьте на средне-низком огне 4-7 минут. 3. Проверьте готовность рыбы с помощью вилки. Рыба не должна разваливаться, это признак того, что вы ее пережарили. 4. Выложите в тарелку образовавшийся соус, а поверх него кусочки рыбы, подавайте блюдо сразу. Приятного аппетита!